Анимешная злобная падла вышла, и давай своим двойным языком тут шерудить, а? Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Мы находимся на канале с довольно странным названием, по-моему, Эмили. И мы смотрим Sonic Exe в аниме во Friday Night Funkin'. Собственно, вот он. Если вам это интересно, ставьте, пожалуйста, лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, жмите колокольчик. Ссылка на оригиналы видео внизу в описании. Он уже вовсю поет, значит, бойфренд. А это анимешная злобная падла вышла, и давай своим двойным языком тут шерудить, а? Вот негодяй. Я, слушайте, бойфренд вообще как-то сильно мужественно для такого голоса выглядит, вам не кажется? Ну и рожа. Ну и рожа, господи, прости, а? Ну и урод ты, а? Так. Не, музон хороший. Музон хороший, но, конечно, события, конечно, не очень хорошие под этот музон происходят. Ща кому-то, ща кого-то нахреначат. Ой, нахреначит кого-то сейчас. Ой, по полной программе. Йолфен, помогай, чё расселась? Ты видишь, с какой падлой мы сражаемся? Ну, двойная мощь нужна, удар твои тоже нужны. Ты же Демонесса. Ну, хрена никак не помогает. Демонесса, она вообще сильнее бойфренд должна быть. Бойфренд как лох, постоянно сам со всеми сражается. О, нет, я буду... Чиндеру на ней, я буду... По-моему, сейчас это должно было продолжиться. Вот, а-ра-ра-ра-ю, вот этот. Она, короче, такая... Нет, я буду сидеть и греть свою демоническую жопу на колонках. А помогать я никому не буду. Потому что я к этой колонке прикреплена своей сракой. Ну вот куда это гадить? Ой, господи. Да, ребят, слушайте, а Sonic Exe-то... Серьезно? Что вы говорите? Это он сейчас сказал I am God на японском языке. Так. Ой, боже. Ой, кошмар. Нехороший ты человек, Sonic Exe. Да и не человек ты, в принципе. Просто нехорошее создание. Что это? Скриптрайтер Лаура. Арт-дизайнер Линглень. Я не успел. Нам показывают, как это все дело рисовали. Ну, в принципе, прикольно, что я могу сказать. Это видео было что? Чего? Подождите. Чего это видео было? Чего это видео было? А, вдохновлено видео Пола. Ну, это логично. У Пола как раз вот такие вот анимации в стиле аниме. Канал Хорнстром Тунс, ребята. Видео Таби. Ой, какой прекрасный ресторан, бойфренд. Тут куча друзей. Клёво, хочу есть. Подожди. Мне нужно пойти поссать. Я с тобой. Это очень странная, просьба. Нет, бойфренд, не надо с ней. Ну, ты не обязательно, но я бы это оценила. Ой, дерьмо! Таби, что ты тут делаешь? Я наконец-то нашел тебя, гелфренд. Спустя все годы, что ты пряталась? О, нет! Я вижу, у тебя уже новая жертва. Уходи. Использует тебя, как и меня, когда-то. Уходи! Это неправда! Посмотри на меня! Ну да, выглядишь ты стрёмно. Но я не уйду. Я докончу тебя сам. А чего ты? Нифига у него заявочки. Смотрите, пока еще никаких нет разговоров ни про битву, ни про что. Таби просто говорит. Она тебя использует. Говорит, посмотри, говорит, на меня. Еще нет призывов к насилию, ничего. Что говорит бойфренд? Да, ты выглядишь ужасно. Но я не уйду, я грохну тебя сам. Бойфренд, ты больной, что ли? Нифига у тебя, конечно, пристрастие к насилию. Еще, может, вы еще могли договориться. Не, знаешь, слушай, уходи, она тебя использует. Нет, ты знаешь, извини, я тебя убью нахрен. Просто потрясающе. Ну ладно. Я не хотел, чтобы это так закончилось. Я убью вас обоих тогда в таком случае. Ну, почему бы и нет. Оу, не делай это. Надеюсь, что Скит, Памп, Скай и Пико выжили. Че, об этом подумали? О боже, я из-за тебя не пожру. Ну тебе капец. Это да, это страшно. И гелфренд тоже не пожрет. Никто не пожрет. И Скид и Памп уже больше никогда в жизни не пожрут, потому что они сдохли, скорее всего, после этого взрыва. Представляете, какая грусть. Так. Ну короче, да, вот. Боже, что здесь происходит. Контракт, Таби. Таби, ты прежде чем подписывать какой-либо контракт, убедись хотя бы, что там есть что подписывать. Потому что вписать потом можно что угодно. Смотрите. Тут можно писать.
Я, козел Таби, продаю свою жопу всем на свете. И Таби, подпись. То есть ты вообще, тебя не смущает, что здесь как бы нет ничего? Что ты подписываешь? Что ты подписал, дурак? Что ты подписал, скажи? Вот осел. Ты не козел, ты осел, Таби. Ты понимаешь, ты сам виноват во всем. Кто ж такие бумажки-то подписывал? Так. Окей, ладно. Его, короче, это. Он вспоминает, как его там протащили. Нифига! Нормально так. Так это подождите, нормально так, бойфренд. Я не помню во Friday Funkin Body на Табе, чтобы можно было стулом запустить. Я бы хотел. Было бы неплохо. Но я такого не помню совершенно. Так. О боже. Стоять! О! Так, ты идешь с нами, или ты тут набедокурил? Это был не я ничего не делал! Да! Да! Бен Ладен тоже когда-то так говорил, когда его пришли, это не я! Это не я, и заслуга не моя, да. Не помогло. Так. Давай-давай. Офигеть, он реально думал, что можно взорвать ресторан, а потом, да это не я, это все они. Господи, сколько у тебя было бойфрендов? Мы почти не справились. Успокойся, не больше сотни. Ой, блин. Ну, с другой стороны, она Димонесса, она живет уже, возможно, несколько сотен лет, как бы, и это нормально, наверное. Нет? Наверное, нет. Ну, ладно, идем дальше. Канал Halmo Animation, видео Endless 3D анимация Friday Night Funkin. Это такая анимация, в которой можно вращать и смотреть. Да-да-да, во-во, как Goblin Animation делал, знаете. И, короче, вот, у нас тут куча этих с пальцами со своими погаными. Бойфренд поет. Sonic XZ тоже в ответ поет. Все поют, понимаете? Все поют, все тычут своими сраными пальчиками. Что это происходит? Это что такое? Что у вас тут происходит? Товарищ Sonic XZ, у вас тут какое-то бешеное яйцо. О, памп! Это же был памп только что. Короче, тут еще всякие секретки можно, по идее, выцепить взглядом. Так, ну, я пока только пампа видел и какое-то крутящееся яйцо огромное. Может, еще что-то есть? Вон оно продолжает там бегать. О, это Лет! Это Лет, да, это он. Короче, да, надо смотреть внимательно за столбами. Тут за столбами прячутся другие персонажи. Так. А, ну, пока это все стандартный вроде, да, я никого нового не замечаю. Я пытаюсь высмотреть. О, Стэр Краун! Да, здорово, чувак. Здорово, чувак, рад тебя видеть. Не, ну, слушайте, поют старательно. Периодически другие ребята тут встречаются. А где этот? Таби. Таби сегодня видели. Зарди, здорово, Зарди. Мы сегодня Таби видели, наверное, Таби тут тоже появится, я думаю. По идее, а может быть и нет. Кто его знает. Ребят, вы что ни с кем не здороваетесь? У нас тут знакомые, а? Бойфренд. Ты с Зарди не поздоровался. С Стэр Крауном не поздоровался. Как тебе не стыдно вообще? Хоть подмигни им там, я не знаю, обидно будет. Кто это? Что-то я не рассмотрел, как-то темно. Может, поярче что-то сделать. Реально не рассмотрел. Так. Ага. Музыка прикольная, конечно. Блин, саундтреки из Sonic XZ такие классные. Так. Па-па-ра-па. Кто там? Тейлз, что ли? По-моему, это Тейлз, слушайте. А кто же до него там был? Я вот это не разобрал. Ну да ладно, это не так страшно. Так. Ага. Ну, короче, слушай, я тебе должен сказать, что мамка ваша. О, здорово, Руф. Мамка ваша очень постаралась. Что-то вас сильно дохрена. Она прям рожала, не отдыхая вообще, да? Просто 24 на 7 рожала без конца. И вот в итоге вот, понародилась говна всякого, понимаешь? И ты тут главный говнюк. Фриск? По-моему, это Фриск, да. Таби я так и не встретил. Ну да ладно. Я уже, кстати, все близится к завершению. Кто же будет последним персонажем? Последний персонаж какой будет, мне интересно. Так. Босип или Боб? Боб или Босип? Ух, классная аватарка. То ли Боб, то ли Босип последний персонаж. Хрен его разберет. Канал Random Channel Кэталин. Беги, иначе Флиппи сдохнет. Я пытаюсь. Rest in peace, Офи Боб. В общем-то, это Боб Офи Боб Анимейшн, и Офи Боб уже умерла. И Боб такой грустный стоит у нее на могиле. Нифига себе начало. Воу, что происходит? Кто это?
Типа ее дух? А Флиппи тут при чем? Что происходит вообще? Что, музыка хорошая. Из какого-то мода? Музон прикольный вроде. Такой грустненький. Атмосферненький. Так. Да, я просто бутер хотел сделать себе. Ой, господи, боже мой. А, понятно, нам рассказывают, что это этот злой бойфренд не убил. Все нормально, забудь этого мальчика и этого зеленого медведя. Я теперь призрак. Так. Ага, по-моему, мальчика он не забыл. Это такая была рожа нашкодившего лысого парня, который все-таки не смог забыть мальчика, да? Все красиво поют. Я где-то эту музыку, может, слышал уже? Вот это вот знакомое какое-то место. А, это продолжение анимации про Флиппи, да, они его как. О, доктор Эмонгасович там, да, доктор Эмонгасович сейчас все сделает. По-любому. Залатают, подлатают. И эта падла сможет вновь родиться и... Сможет вновь встать на ноги, точнее, и убивать животных. Флиппи, он это умеет, да. Так, ну, в общем-то, Боб продолжает встречаться с призраком Афибобом. Они поют друг другу романтические песни. Слушайте, мне кажется, вам не хватает шахматной доски. Вот у меня такое ощущение под вами. Вот после вот этого вот кадра. А, не этого кадра. Да где же это было-то? Вот это, вот прям чисто вот шахматные фигурки поют. Я должна идти. Так. Чё, с собой, что ли, заберешь? Не, вряд ли, наверное, да? Да. Грустненько. Грустненько, конечно. Привет, Боб! О, жопа тебе. Все нормально, забудь этого мальчика. А чё он добрый? Почему он не злой? Типа, он же вылечился тогда, да, точно. Rest in peace, Софи Боб, 2021 год. Вот такая вот, ребят, трагедия под... Нифига, быстро оборвалось. Вот такая вот, говорю, трагедия под конец. Что поделать, бедный Афибоб. Бедная Афибоб, не знаю. В общем, такие вот у нас сегодня анимации. Были веселые, были грустные, как видите. Если понравилось, если вам было интересно, весело, забавно, ставьте лайк, пишите комментарий, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, включайте все уведомления. А ссылки на оригиналы в описании. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.